Эдсо, входи, сынок. Эти пакеты нужно доставить моим компаньонам в городе. А еще я прошу тебя сходить в голубятню и забрать сообщение для меня. Ва бене, я все сделаю. Когда закончишь, возвращайся. Нам нужно еще кое-что обсудить. Сынок, постарайся избегать неприятностей. Исцеляю всех божьих тварей. Тихо или больше, то грязная крыса. Половина партии оказалась неловко. Макоза? Бонжур. Чтобы мор не выбрался за пределы деревушки, где... Полагаю, он проживет еще минут пять. Ты сынок Джованни? Нет, болван. Случайно этот парень выглядит точно как он. Давай сюда. Не волнуйся, парень. Мы не заразные. По крайней мере, я. Yeah.
Сюда, я здесь. У меня пакет от... Джованни Аудиторе? Да. За тобой следили? Нет. Зачем кому-то следить за мной? Дай мне пакет. Они выезжают ночью. Пусть твой отец поступит так же. Кто выезжает? Что происходит? Стой! Вернись! Объясни мне! Объявление врача Корсини. Индийские болотные... Еще один наемник? Мы раньше не встречались. Он взял ему молись последний раз, криминале! Он уходит! Я нашел его! Я его достану! Только трус скрывает свое лицо! Ну и
Простите, кажется, я вам мешаю. Дио мио. Мастера гильдии желают всем успехов в новом году! Граждане республики, не бросайте краску! Отец? Федерико? Мисс Эрецио, простите, я не нарочно. Что случилось? Где все? Вашего отца и братьев отвели во дворец Синьории, в тюрьму. А моя мать и сестра? Эцио. Клаудия. Все в порядке? Да, но мама... У нее шок. Она сопротивлялась, и они... Здесь небезопасно. Можешь отвезти их куда-нибудь? Да, да, к моей сестре. Хорошо, так и сделай. А я пойду к отцу. Осторожней, мессер Эцио. Стражники искали и вас. Доброй ночи. Бандеру! Маригольду! У меня честная лавка и самые лучшие цены. Объявление врача Корсини. Индийские болотные пиявки исцеляют почти все болезни. Возвращают бодрость и омолаживают. Внимание! Фра Донато напоминает всем добрым христианам о долге милосердия. Пожертвования можно оставлять у входа в монастырь в любой день, кроме праздничных. Объявила конкурс на постройку нового здания ратуши у собора Санта-Мария-Новелл. Заинтересованных членов гильдии Арте Деи Маэстри и Пьетро Эленьяме просят... Если не слезешь, Стронцо, то сложись! Ора! Назад! Назад! Главные новости!
наверное, померещилось. Если не слезешь, Стронцо... Эцио. Отец, что случилось? Они избили меня, но это ничего. Что с матерью и сестрой? Они в безопасности. Их увела Анетта? Да. Постой. Ты знал, что это произойдет? Я думал, что все будет несколько иначе. И не так скоро. О чем ты? Объясни мне. Нет времени. Слушай внимательно. Возвращайся домой. У меня в кабинете есть тайник. Постарайся найти его. В тайнике сундук. Забери из сундука все. Кое-что в нем может показаться тебе странным, однако все это важно. Понял меня? Да. Хорошо. Кроме всего прочего, в сундуке ты найдешь письмо и документы. Бумаги нужно отнести миссеру Уберто. Сегодня утром он был у меня. Гонфолоньер, я помню. Но объясни мне, что происходит? В этом замешаны пацы? В голубятне была записка для тебя. В ней... Иди отсюда. Уходи. О, молитвенники из коллекции графа. Стой, Атента, наступите на них. Он похож на... Сальве!
Отец сказал, что здесь есть дверь. Нужно отнести это мессеру Уберту. Эй, уберите мечи. Вы же хотите арестовать меня, да? Нет. Так чего ты хочешь? Чтобы ты умер. Ну, этому не бывать. Может, обсудим другие варианты? Других вариантов нет. Тебе нужна медицинская помощь? Подходите, покупайте. Все, что вам нужно. Да кто же в здравом уме решит? Внимание! Визит разрушен. Вперед! Ей лавки только самые как вам не стыдно? Эколо! Вон он! Я зарублю тебя! Я его не... Вон он! Как ты думаешь, возможно, это... А, там еще один кандидат. А быстрые ножки мы отрежем в первую очередь! Эй, амико! Я просто хочу поговорить! Мерда! Я мог бы сказать капитану, что убил его. Здесь то же самое. Эцо аудиторе? Что ты делаешь здесь в такой час? Это я не... Погоди, сынок. Отдышись. Отдохни. Мой отец и братья в тюрьме. Мне поручили передать вам это. Теперь все ясно. Это недоразумение, Эцо. Я все улажу. Как? В этих документах...
содержатся доказательства заговора против твоих родных и города. Утром я представлю их на заседании суда, и твоих родных освободят. Спасибо, сеньор. Конечно, сынок. Тебе есть где переночевать? Можешь остаться здесь. Но, грация, я буду ждать вас на площади. Не волнуйся, Эцо. Все будет хорошо. Я немного рассеянный, но кузнец я отменный. Подходите, друзья. Постой, нельзя же делать все. Подходи, не стесняйся. Бонжорно. Внимание! В связи с разливом Арно введен сбор на ремонт. Все корабли, заходящие в главную гавань, будут облагаться налогом от количества груза. Илья Ардель Камбио предупреждает, не имейте дело с Бентиволио из Болонии. Запрет будет снят только после того, как Бентиволио вернут долг уважаемому члену гильдии. Сеньоре стало известно о том, что некие юноши ради забавы лазают по крышам. Это не преступление, но учтите, что забава кончится, когда кто-нибудь разобьется. Гильдия Арте дель Камбио предупреждает, не имейте дела с Бентиволио из Болонии. Запрет будет снят только после того, как Бентиволио вернут долг уважаемому члену гильдии. Главная новость. Из-за неурожая цена пшеницы поднялась на... Облегающие штанишки. Река Арно снова разлилась у замка Сан-Анжел. Синьория объявила конкурс на постройку нового здания ратуши у собора Сан-Анжел. Джованни Аудиторе!
Вы и ваши сообщники обвиняетесь в измене. Чем вы можете доказать свою невиновность? Документами, которые были доставлены вчера тебе. Я ничего не знаю об этих документах. Он лжет. Надо подобраться ближе. В отсутствие каких-либо убедительных доказательств обратного, я вынужден признать вас виновным. Вы и ваши сообщники приговариваетесь к смерти. Это ты, изменник, Уберто. Я один из них. Сегодня ты убиваешь нас, но когда-нибудь мы убьем тебя. Клянусь, мы... Отец! Эй! Хватайте мальчишку! Он один из них! Ты поплатишься за это! Стража! Взять его! Об от этого! Беги отсюда, парень! Поскорее! Вот он! Вот так! Бей его! Еще! Верните его! У меня к тебе небольшая просьба. В Италии времен Возрождения я нашел несколько мест, отмеченных странными знаками. Я не знаю, что все это значит, и хочу, чтобы ты это выяснил. Ребекка отметила их координаты в базе данных. На карте они отображены значками в виде глаз и сиянием. Найди их. Мессер Эцио, слава богу, я ищу вас по всему городу. Мне не удалось помешать им. Я пытался, клянусь, но их было слишком много. Пойдемте со мной, вам нельзя здесь оставаться. А что с моей матерью и сестрой? Я отведу вас к ним. Нет, нас могут увидеть вместе, это слишком опасно. Скажи, где они, я приду туда сам. В доме моей сестры, к северу от собора. Я иду туда. Лечу всех. Слезай, или я тебя сброшу. Мое место в канаве среди мусора.